Высокий блондин в черном ботинке. Во Владивосток прилетел знаменитый французский актер Пьер Ришар. Актер раскрыл секрет своей формулы счастья, рассказал о вине и кино. Но самое главное, ответил на мучающий многих вопрос. Оба его ботинка черного цвета. Актер приехал в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого», где представил знаменитый фильм про незадачливого блондина. Признается, у него много общего со своим героем. Это вот как раз то, что смешно в кино, не обязательно смешно в моей жизни. И действительно, я иногда являюсь героем подобных ситуаций. И, конечно, вот это мои самые большие недостатки, это то, что вот это... Забываю обо всем, вот я... И это конечно, вот смешить всех, кроме меня. Ришар рассказал, визит во Владивосток – его давняя мечта. После премьеры фильма про блондина в 70-х годах он получил письмо от 8-летнего поклонника из столицы Приморья. С тех пор и загорелся идеей побывать в этом месте.